Тремингуем изон, начинается тасование головы. Находим. Стоп. Вот оно. И начинаем здесь все снимать. Затрагиваем вот так, до ушей. Дальше оставляем воротничок, муфту. Идем так, до этого места. Если собака объемная в боках, то тремингуем узон, опускаем практически до нижней части грудины. Если не совсем объемные, тогда снимаем коротко, приблизительно вот так, а затем будем сглаживать от короткого до длинного. Стоять, Влад, там. Стоять. Включай пока.